Вкусно, качественно, а главное – натурально. Молочная продукция местных фермеров у жителей пользуется популярностью не первый год. Небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, расположенные в разных уголках области, обеспечивают молочной продукцией целый район, а иногда и выходят за его пределы. Однако создать подходящую инфраструктуру и условия для развития животноводства самостоятельно фермерам удается не всегда. Поэтому вопросы финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей смещены в сторону животноводства. Только за последние 6 месяцев показатель валового надоя увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом и составил 120 тысяч тонн. Например, компания с женским названием «Калатея» – один из крупнейших животноводческих комплексов Барышского района. На предприятии перерабатывают до 4 тонн молока в сутки. И это далеко не предел. Конечно, у нас в перспективе развития не только в уровне нашего района, но на сегодняшний день, с учетом того, что мы только в том году начали заниматься переработкой продукции, мы считаем, что это уже хороший показатель. Превратить небольшую ферму в крупного производителя молочной продукции помогли субсидии на покупку скота и строительство помещений. В гости к фермерам на днях заглянул Сергей Морозов. Губернатор осмотрел строящийся коровник на 400 голов, пункт переработки мяса и молочное производство. И даже продегустировал продукты. Обсудили и дальнейшую поддержку отрасли. Увеличиваем на 30 тысяч рублей по гектару субсидии на культурно-техническую мелиорацию. Это как раз расчистка земель от дикой лесной растительности. Вот все то, что можно о чем говорить. Потому что действительно у нас оставшиеся 230 гектар по всей Ульяновской области, неведенный сельхозоборот, как раз эти земли залесенки, и мы считаем, что без такой государственной поддержки будет сельхозпроизводство крайне тяжело. По словам главы ведомства, строка о субсидиях будет добавлена в документ областного бюджета на следующий год. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.